Приветствую, друзья мои. Я вот тут работаю с бамбуками, вот, и между делом YouTube подсовывает всякие там ролики, вот, и в том числе вот очень много стало последние, буквально вот, наверное, последний месяц, по крайней мере, я стал замечать, ну или так и есть. Все активнее набирает обороты нейросеть в плане музыки. То есть голосами известных, значит, музыкантов, певцов и так далее. Нейросеть поет, она же и сочиняет, и стихи пишет, и так далее, компонует из уже старых, значит, ну, сыгранных произведений. И все это вот, если быть, так сказать, не в теме, не знать, то, в принципе, ты слушаешь. И получается, что вот эта нейросетка, даже на том развитии, которым сейчас, она уже, в общем, может и спеть, сыграть и так далее. Но я к чему? К тому, что в каком-то смысле сам принцип вот этого ее самообучения и как она все делает, он вот, ну, как такой подражательный, да? То есть она запоминает, как поет там какой-то певец, что у него там, например, там голос дрожит, там раз, он тук, поймал там, и то есть следующую, то есть он поет там, скажем, там земля, вот, и он же такой хоп, следующий, то есть, соответственно, слово там небо будет опять пропеваться так же, небо, вот, и так далее, и так далее. Ну, то есть он хватает аккорд какой-то там, какой-то группы там, бас, барабан, там так, такой звук, такие частоты, компонует, и вот новая песня, да, там, земля, небо, вот, то есть, условно, может это быть там Цой, БГ, кто угодно там, Фредди Меркьюри, Битлз, вот. А я к чему рассказываю? К тому, что вот если человек подходит, вот в нашей теме, если человек подходит, ну, вот как вот этот искусственный интеллект, то в итоге получается вот такая же история. То есть человек вроде бы как бы что-то делает правильное, но в итоге, если вот, ну, если ты имеешь опыт, ты как бы слушаешь, и ты понимаешь, что тебя как бы это сказать. Даже сложно сказать это чувство, не то что обманывает, а, ну, вот, как тебе подсовывается какая-то другая тема, да, ну, то есть какая-то другая, ну, то есть вместо там испеченного хлеба тебе какой-то вот там геномодифицированный, как-то там хитро произведенный подсовывается, и вроде бы как бы вот почти то же самое, да, создаются ощущения, но потом сам вкус, само послевкусие, само какое-то последствие, само вот это вот, оно, ну, не совсем благостное, что ли. Но оно может быть даже смешным, развлекательным, еще каким-то в этот момент. Но вот оно странное. Вот. И я наоборот, если можно подумать, что я какой-то противник этого искусственного интеллекта, наоборот, я и сам периодически там что-то развлекался, и то есть слежу за этим. В принципе, тут опять как появляется новый инструмент, сначала он используется как просто напропалую, да, ну как вот из Секухати сейчас появились, Секухати я там, Секухати, 20 лет я твердил, через 20 лет вот появились какие-то люди, и они вот, скажем, ну, хватают это слово, не ну, как бы, по сути, не прочувствовав, не разобрав, и начинают с ним бегать, секухати. И оно становится такое, как бы, ну, как все слова, вот, которые берут в оборот, они становятся таким, как пошлыми, да. Слово там, любое возьми, там, любовь, да, там, и вот, и когда его произносят какие-то персонажи, которые к этому слову вроде как совсем далеко от него, то оно становится такой какой-то уже такой, как это, скрипит на зубах, хотя слово само по себе хорошее. Вот тут то же самое. И если вот использовать эту, да, нейросеть, ну, скажем, по-настоящему,
вот творческий человек, у которого уже сформированная настоящая душа, что ли, так можно сказать, если он использует этот интеллект в качестве дополнительного инструмента, тогда рождается, может родиться что-то действительно интересное и новое. Если это просто хватается, ну вот как в большинстве случаев происходит, то происходит вот этот душок. Вот принцип один везде тот же самый. То есть настолько это вот сейчас стало проявляться, то есть это всегда в принципе было, да? Ну то есть какое-то явление живое появляется, какой-то там, скажем, не знаю, писатель, да, потом дальше какие-то подражатели, потом подражатели-подражатели, и потом совсем какие-то дешевые подражатели. И это всегда было. Вот. Но сейчас это уже стало, вот в связи с нейросетями, это стало таким, прям, апогеем уже как бы. Вот. Большая тема, конечно, тут в этой теме много даже подтем, на которые, по сути, отдельно нужно как-то это самое. Вот, то же самое там с созданием, да, инструмента. То есть вот этот ручной момент я сейчас вот делаю, но можно там, ну, условно, станок такой, вум-вум-вум-вум-вум, там делает какие-то тягучие и так далее. Вот, и вот если человек не понимает этой, ну, можно сказать, разницы, то для него, в принципе, все равно, да, он как для него это какой-то товар, как какой-то вот, как Алиэкспресс, как китайцы, как вот такой плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм, вот. Но в одном случае это может быть актуально, опять-таки, повторяюсь, пластиковые стаканчики, если их надо миллиону или там миллиарду людей, то, конечно, пластиковый стаканчик более прекрасен, за исключением потом только мусор будет, чем, наверное, какие-то чашки ручной работы. Вот. Но в этом случае, ну или пластиковые пакеты, или какие-то, опять-таки, сейчас их заменяют на какие-то натуральные, чтобы они там разлагались и так далее, отдельная тема. Вот. Но это хотя бы актуально, вот сам подход, да, такой, то в некоторых случаях приходит к тому, что не в некоторых, а в особых случаях, в случаях, опять-таки, инструментов, да, там, то есть люди пробуют, пробуют и приходят к тому, что, ну, инструмент, сделанный с умом, с душой, с сердцем, все это совместно, это не дается шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, тырк-тырк-тырк, это, и также не сочиняются гениальные произведения, да, то есть, или какие-то выдающиеся произведения. Это все шлеп-шлеп-шлеп, да, и вот этот искусственный интеллект, он шлепает, шлепает, сейчас шлепает. То есть, в принципе, сейчас эпоха такого шлепания, да, оно в моменте такое, о-о-о-о-о-о, все мелькает. А вот, по сути, промелькнув через какой-то час, через день, оно уже вообще становится, ну, как пластиковый стаканчик, который вот он, вы попили и выкинули его там. Вот, а чашка там ручной работы, она там с вами 10, 20, 30 лет, и вы с ней как бы, вот, взаимодействуйте. То же самое и в нашей теме, да? Друзья, ну, подумайте над этим, кому нужно, а кому, как говорится, не нужно, тот такие видео и смотреть не будет. Гораздо больше интересного и всякого привлекательного присутствует.